бежала сюда. На завтрак здесь общий стандарт. Это я обхожу вокруг, выбираю, что мне взять. Нарезки, сухие завтраки, кому что нравится. Здесь всякие миксы, салатики, или сама делаешь. В баранчиках это тушеные овощи, там, как правило, кабачки, баклажаны. Это фасоль. Сосиски, ну, сосиски у них никакие, не знаю, мне что-то не очень нравится. Рис молочный. Это пюре овощное. На завтрак мы набрали. Я взяла омлет. Здесь у меня такой микс и овощи, и сыр. Это йогурт мой любимый. Взяла сыр и имбирь. Маринованный, мне нравится. У Гали тоже йогурт, также имбирь. Потом она взяла фасоль с сосисками, помидорчиками и баклажан бросила. Ну и слойки. На завтрак у них слойки. Слойки очень вкусные, я уже это говорила. Галя отошла. Пошла за чаем, что ли? Да, за чаем пошла. Такой вот завтрак. У них, в принципе, что завтраки, что обеды, одно и то же меню. Галя дегустирует сосиски и фасоль. Она просто там была написана белая фасоль, да? Или как? Не читала. Потому что я брала как-то один раз другая фасоль. Ну, такая остренькая обычная была. Нет, она не острая. Не острая? Обычная фасоль. Понятно. Съедобно, да? Да. Ясно. А я вместо йогурта взяла жидкую фету. Это я с круассанчиком и с чаем. Так как кофе у них никакой. По-моему, я уже озвучивала, говорила, что кофе у них для кофеманов информация. Кофемашин нет, а они разбавляют растворимый в чайнике. И вот сами понимаете, какую бурду они наливают. Поэтому чай у них так, ну, пакетированный, ну, вроде как-то более-менее. А кофе я не беру. О, Додик, что-то там трескает, да? Нашел что-то, семена какие-то клюет. Улетел. Видно будет вам или нет, вот косяками прям, косяками да, идут. Да, косяками они прям. Ага, вообще. Ой, надо будет это, занырнуть. Угу.
И пока я ныряла, вот уже вышла на берег, вот такая уже заполняемость пляжа. Люди подтягиваются, подходят. Ну, то есть пустых мест практически не бывает. У нас обед. Что мы взяли? Показываю рыбку, рис с овощами и курицу я взяла. Салат нам с Галей на двоих. У Гали то же самое, еще овощи тушеные. Я, может, потом добавлю овощей. Это египетские мандаринки и папироженки. Ну вот и все. Приятного аппетита. Попробуй овощи. Мне интересно, как они, сильно перченые или нет. Обрабатываем ручки своим санитайзером. Ты говоришь, попробовать овощи, да? Да. Вкусно? Не перченое, не сильно? Нет. Нормальное? Значит, надо взять. Все, друзья, будем обедать. Сейчас еще покажу столовая, какая во время обеда у нас. Такая вот столовая. Видите, народу полно. После обеда приходим на пляж. Здесь уже вовсю акваэробика проходит. Желающих всегда находятся желающие. Вот, и вот уже сколько народу на пляже. Сегодня солнечно. Сейчас 26 градусов. И вечером сейчас мы находимся в восточном ресторанчике. Это услуга а-ля карт. Мы всегда ею пользуемся. Нам уже принесли овощной супчик, салатик. Сейчас попробуем. Ну, это как восточная кухня, по-египетски называется. Сейчас Галя у меня продегустирует супчик. Одноразовые ложечки. Ну, сами понимаете. Это колу нам принесли. Супчик, кстати, в общем-то и неплохой. Очень даже такой нормальный овощной суп. Много овощей, там и цветная капуста, морковка, картошка. Ну, как обычно. Со специями.
Дегустирую я рыбку. Сейчас попробуем. Ну, в общем-то, рыбка вкусная. Ну, Гале понравилось, и мне понравилось тоже. Она такая мягкая, прям воздушная в кляре. Рис со специями, ну, просто не плов, а рис. Вот и все меню на восточную кухню. Ну, нам же надо как-то было разнообразить наш отдых. Мы, как я уже еще повторюсь, в каждом отеле берем а-ля карт. Потому что в разных отелях все по-разному. Ну, рис не очень острый, то, что мне нравится. Сильно острое не очень как-то люблю. Вот так, в меру. Салатик такой обычный. Помидорчики, огурчики, перчик там, ну, как традиционный такой. Заправленный оливковым маслом. В общем, наш вечер продолжается. И мы после восточной кухни еще пойдем погуляем с вами. Сниму я вам еще такой обзорчик, где мы сидим. Ну, мы решили на их террасе, на улице. Там еще внутри зал есть, там девушки подходили. Но мы решили здесь расположиться. Вот такая вот панорамка. И наш вечер продолжается. Ну, мы немножечко посидим и пойдем погуляем еще с вами вечерком, потому что время-то детское. Вот в номер идти еще рано. Вечером мы всегда гуляем по променаду или так по магазинчикам. Это у нас уже каждый день, ежедневный променад. И мы уже гуляем. Я думаю, комментарии здесь не нужны. Просто пройдемся по улице, по магазинчикам, мимо магазинчиков. Уже елки там поставили. Вот, пойдем глянем там Санта-Клауса, Деда Мороза, елки. Ну, в общем, город готовится к Новому году. Температура воздуха сейчас 22 градуса. То есть, ну, кому-то комфортно с коротким рукавом, кто-то одевает длинный рукав. Ну, в общем, как-то так. Вот я там вначале видела манго. На обратном пути мы с Галей купим манго.
Я уже говорила, что мы покупаем, ну, короче, съедим то, что купили, и опять покупаем. Клубнички, может быть, опять купим. Посмотрим. Вот Санта-Клаус стоит. Наш Дедушка Мороз, типа. И возле него все фоткаются. Вот он еще такой музыкальный. Вот дошли мы до елочки, до первой. Ну, здесь их достаточно. Привет вам! Ну, а я с вами не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока, до скорых встреч. Продолжение следует.